Dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak Štrepčeva krv. U okviru 11. kola Mozartbet Superlige Srbije, fudbaleri Spartaka gostuju u TSC-u u nedelju, 8. oktobra, na stadionu TSC Arena u Bačkoj Topoli. Utakmica počinje u 17:30. Tim povodom, pored mene i danas, kao i uvek, šef stručnog štaba Spartaka Aleksandar Keržakov, kao i pomoćni trener Spartaka Đorđe Tutorić. Prepuštam reč, izvolite. В воскресенье мы будем играть с одним из на данный момент лидеров сербского футбола. У неделю играем с одним из с экипом, которая одна из лидеров сербского футбола. Очень сильный соперник. Врло якая экипа. Команда играет в хороший современный быстрый футбол. Целая экипа игра брз современный футбол. Также атмосфера на матче будет очень хорошая, прекрасный стадион. Исто так же атмосфера на футбольной битве будет отлична, нов, леп стадион. Я уверен, что мы будем готовы к этому матчу. Да, сигурен сам, да ćemo biti pripremljeni dobro za ovu utakmicu. Надеюсь, что все футболисты тоже будут готовы к этой игре. Исто тако се надамо да ће сви играчи бити припремљени добро за ову утакмицу која нас чека. Мы понимаем, что предстоит сложный матч. Разумемо да је, да нас чека тешка утакмица. Но опять же, как мы говорим, что когда, как не в таких играх, проверять свои силы с таким соперником и понимать, на что мы способны на данный момент. Jednostavno, то су утакмице, где можем да се измеримо са противником, и jednostavno то и исчекујемо. Хвала вам лепо, Бачка Топола није далеко, па позивамо навијача да подржи Спартак са трибина. Срећно и видимо се. Хвала.